Друзья, привет! Рада видеть вас на своем канале. Всем хорошего настроения. Любители вязания рукоделия, добро пожаловать! Сегодня я хочу вернуться к теме готических узоров и предлагаю связать вот такое вот переплетение, состоящее из рельефных вытянутых шестигранников. Мне они еще напоминают миниатюрных рыбок. Узор легко вольется в длинное изделие шарф-палантин, благо осень уже наступила. И вы все это можете очень скоро перевязать. А мы приступаем к мастер-классу «Раппорт узором». 4 петли и 6 рядов. Начинаем провязывать первый ряд раппорта. Кромочная, далее лицевая петля, 2 изнаночные и лицевая. Повторяем, лицевая, 2 изнаночные и лицевая. Первый ряд у нас готов, мы приступаем ко второму ряду. Здесь мы будем провязывать петли так, как они ложатся. Изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. По сути, у нас получается резинка 2 на 2, обрамленная лицевыми или изнаночными, смотря с какой стороны посмотреть, петлями по краям. Далее у нас третий ряд. Мы его также вяжем по направлению петель, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная и изнаночная. Четвертый ряд мы продолжаем в том же духе. Изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Четвертый ряд мы уже будем вязать по-другому, но немного по-другому. Лицевая с дополнительным накидом внутри петли. Таким образом мы провязываем весь наш четвертый ряд. Ой, вернее, это пятый ряд, я ошиблась. Пятый ряд, лицевая петля с накидом внутри петли. И далее шестой заключительный ряд. Он немного покажется сложным, но я думаю, вы справитесь. Раскручиваем наши накиды по 4 петли. Возвращаем их на левую спицу и скрещиваем вот таким вот образом петли. И по одной мы провязываем их изнаночными. У нас вот такой вот интересный крестик формируется. Следующая четверка. Распускаем. Перекидываем. До конца шестого ряда мы проделываем вот такие вот скрещивания. Итак, наш узор готов. Обращаю ваше внимание, что он может быть двусторонним. Вот это вот, на мой взгляд, будет изнаночная сторона, которая может стать и лицевой в том числе, и лицевая сторона. Согласитесь, было несложно, озадачил только немного шестой ряд. Привыкла я к этим раппортам в 4 ряда. Друзья, понравился, если вам мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, напишите позитивный комментарий.
подпишитесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего настроения.